Сегодня в администрации города прошло совещание под руководством главы Каспийска Бориса Гонцова, касаемое принятия пакета мер поддержки семьям мобилизованных. В первую очередь было принято решение отправить списки в ведомство города всех военнослужащих из Каспийска, находящихся на специальной военной операции, а также семей погибших для оказания помощи. Вот это мы все должны проанализировать, образовать нашу и дополнить, может быть, нашу рабочую группу, рабочий штаб, который у нас собирается на базе библиотеки модельной, и продолжать там, во-первых, работу по рассмотрению, предоставлению, изучению проблематики и доведению этих проблем, в том числе до управления социальной защиты населения. На совещании присутствовали руководители образования, медицины, ресурсоснабжающих организаций и многие другие. В ходе встречи поднимались вопросы по поводу оказания социальной, медицинской и психологической помощи, а также освобождения семей мобилизованных от платы за услуги государственных и муниципальных дошкольных учреждений, содействие в обеспечении рабочими местами, возможность бесплатного посещения кружков, секций и иных дополнительных занятий. Также была предусмотрена разовая выплата в размере 100 000 рублей и оказание помощи в оплате за коммунальные услуги.